Постояльцы этого дома – самые одинокие и беззащитные люди, которые остро нуждаются в заботе и поддержке окружающих. Первым руку помощи им протягивает государство. В отделении дневного пребывания территориального центра социального обслуживания населения практически никогда нет свободных мест. Сегодня все больше престарелых одиноких людей, которым не на кого опереться. Их беззащитную одинокую старость согревают не только социальные работники, но и все те, кто готов им помогать в ежедневных заботах. На этот раз в гости к престарелым больным людям пришла молодежь. Волонтеры Полесского государственного университета и председатель городской организации Красного Креста Наталья Колесник. Сегодня День пожилых людей, и мы же, группа волонтеров, решили поздравить сегодня, так как не у всех есть внимание на сегодняшний день, но надо же делать красивый день, праздничный. Мы же стараемся это все осуществить. А чем же на сегодняшний день можно порадовать пожилых людей? Они же как дети, любят сладкое. Вот мы все собрали с деньгами и это все осуществили, чтобы подарить такое праздничное настроение. Сегодня волонтерское движение принимает все больше размах. 150 активных членов насчитывает отряд Полесского государственного университета. Все они – желанные гости везде, где нужны их оптимизм, щедрые и добрые сердца. На этот раз их улыбками расцвел Дом милосердия. Мы сегодня пришли поздравить людей, которые сейчас находятся здесь, пожелать, конечно, им крепкого здоровья и всего наилучшего. Мы пришли не с пустыми руками, с подарками, с разными вкусностями, конфетами, печеньями. Принесли также не только вкусности, и так подарки им, чтобы их порадовать, чтобы им было как-то веселее, разнообразить их жизнь, и, ну, чтобы они просто порадовались искренне, что вот есть такие еще молодежь добрая, искренняя, которая помогает людям. У пожилых людей часто бывают такие моменты грусти, и я думаю, что в этот день как-то нужно быть более веселым. И вот мы стараемся это осуществить. Это первая акция, и этих дней, конечно, мало в этом году, но мы приходим сюда и надеемся, что будет больше таких акций. Я надеюсь, что мы принесем много радости пожилым людям, что они запомнят этот день надолго. И они действительно подарили этим старичкам и старушкам незабываемые впечатления и радость. Причем одинаково реагировали на подарки и ласковые слова, и самые тяжелые, лежачие, и те, кто чувствует себя получше. Смотрите, во сколько конфет они насобирали. Во всем миром за то, что вы и воевали. Да, спасибо вам, Екатерина. Растите большие, здоровые. Вы все такие красивые. Вы рады, что к вам пришли? Вот? Конечно, спасибо. Там такого праздника не было, значит, я красив. А тут появился такой праздник, да и сам он удивляюсь. Он был, но потому что приходили работники, с которыми я знакома давно. Мне очень приятно, когда меня посещают, мне становится сразу легче. В этот день в доме, где страдания и одиночество соседствуют с заботой и добротой, стало светлее, теплее и уютнее. И так хочется, чтобы так было всегда. Это праздник, конечно, светлый, хороший, когда мы вспоминаем своих бабушек, дедушек, своих родных, которым нужны не только лекарства или какая-то медицинская помощь или другая, но и мы дарим свое тепло, любовь. Хочется сказать, что не только в этот день нужно проявлять свое внимание к таким людям. Это нужно постоянно. Они нуждаются в этом. Вы видели, какие их счастливые глаза, насколько они благодарные, насколько... Если бы вот каждый раз так... Я просто призываю людей даже в какой-то степени, что давайте, давайте относиться к этим людям, которые одинокие, которым некому помочь. Я прошу, просто призываю, помогите им тоже и порадуйте каждый день их жизни.